капал, а потом вас начинает раздражать. Как же быстро убрать вот такое раздражение, чтобы его не было? Нужно находить это раздражение в себе, и не человека нужно посылать, а то раздражение, которое в середине вас находится. То есть тот момент, когда вы чувствуете раздражение, попробуйте найти, чем вы его чувствуете, сконцентрируйтесь на нем и пошлите его матом. То есть тот момент, когда вы хотите на ребенка наорать, найдите в себе чувство, которое заставляет вас наорать, и это чувство пошлите. Сделайте так 2 раза или 3 раза и забудете, что у вас такое когда-либо было. Это эффективный метод адвайты. То есть без борьбы. Получается, вы ментальную энергию. А почему нужно матом послать или самым грубым словом? Дело в том, что когда вы толкали кого-то попой или кто-то вас ненавидел, то этот человек был компенсатором или конденсатором максимальной злобы. А такая максимальная злоба, она идет, вот коза, чтоб ты там, да, грубая, то есть это было грубое. Ее нельзя там, ой, отстань, пожалуйста, меня не трожь. Так не бывает. Ну, пожалуйста, больше не нужно, не попадайся. Что это там, я тебя прошу, отпусти меня. Ничего подобного.